До выборов депутатов в законодательное собрание Краснодарского края 6-го созыва осталось меньше месяца. Если по состоянию здоровья 10 сентября вы не сможете прийти на свой избирательный участок, воспользуйтесь возможностью проголосовать дома. Что для этого необходимо сделать, нам рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Славянская Анатолий Чумаков. Для того, чтобы все жители Славянского района в день выборов могли воспользоваться своим избирательным правом, избирательные участки будут оборудованы пандусами. Слабовидящим голосующим будут выдаваться специальные бюллетени с использованием азбуки Брайля. Предвыборные информационные стенды оформят крупным шрифтом. Для тех, кто по состоянию здоровья не сможет прийти на свой избирательный участок, предусмотрено голосование на дому. Каждый избиратель, кто не сможет прибыть в день голосования на избирательный участок, это по болезни или по инвалидности, он может за 10 дней до дня голосования подать заявление непосредственно в участковую избирательную комиссию. Заявление будет приниматься с 31 августа по 10 сентября до 14 часов. После 14 часов заявления уже приниматься не будут, потому что нужно будет каждой участковой избирательной комиссии обеспечить всех тех избирателей, которые ранее подали заявление. В единый день голосования славянцы, кроме представителей краевого парламента, будут выбирать глав 4 поселений – Рисового, Забойского, Протокского и Голубая Нива, а также депутатов городской и районной советы. На муниципальных выборах, там, где будут избираться главы и депутаты, у нас не отменено будет досрочное голосование. Если, допустим, избиратель в день выборов не сможет присутствовать, уезжает куда-то, вот из тех, которые я назвал, он может досрочно проголосовать. Проголосовать может с 30 августа по 9 сентября на своем избирательном участке, там, где он внесен в списки. Для того, чтобы узнать, есть ли вы в списках, уточнить свои данные, вы можете обратиться в участковую избирательную комиссию. Они начнут свою работу с 30 августа. Работать будут ежедневно с 16 до 20 часов вечера. Анна Монастыренко, Александр Косицын, Александра Тимовская, программа «События».